Депутаты Сената парламента Республики Казахстан провели в Атырау выездное совещание. Народные избранники обсудили вопрос о развитии института медиации в Казахстане. Сенаторы предлагают широкое применение медиации. Это позволит намного быстрее находить решения по многим гражданским делам и преступлениям легкой тяжести. После совместной встречи депутаты посетили предприятия региона. Также они встретились с предпринимателями, ознакомились с их деятельностью. Отметим, что сейчас в регионе есть около 44 тысяч предпринимателей. В прошлом году около 7 тысяч человек были обеспечены работой. В последние годы в Атырауской области увеличилась доля малого и среднего бизнеса. Развивается экономика региона. По итогам прошлого года в секторе предпринимательства было произведено продукции на сумму 1 триллион тенге. В Атырауской области бизнес поставлен на уровень международной планки. Технологические процессы, требования сертификатов качества, все это выдерживается в рамках передовых мировых стандартов. Это говорит о том, что предприятия Атырауской области готовы конкурировать даже и войти в тридцатку наиболее развитых стран не только по продукции, но и по технологии, по социальному обеспечению рабочих, которые там работают.